Сержант Муратбаев, можно, пожалуйста, ваши документы? Видите, поворот не положу вместе. Нарушайте. Уважаемый, может быть, отпустите? Казак, пускай. Ладно, сегодня 1 марта. День благодарности. Знаете, это праздник. День единства, дружбы. Поэтому прощаю. Езжайте. Больше так не повторится. Казак, пускай. А так, казак, пускай же. Тем более, казак, пускай. А так, казак, пускай. Ладно, ладно, езжайте. Сегодня все-таки праздник. На работе тоже сказали, праздник, да, какой-то? А где работаете? Коллектором работаю в банке. Долги с людей выбиваю. Документы дайте, пожалуйста. От всех народов Казахстана отблагодарю вас конкретно. Дай, давай, 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 оформляй полностью. Твой друг, который считает себя бандитом. Я долго не думал. Отключился же, братан. Сейчас, подождите, пацаны. У аппарата. Салам алейкум, да. Че, брат, заказывать что-нибудь будешь? Заказывай. Я не знаю, брат, чефир принеси какой-нибудь. Чефир. А так, братан, я тебе так скажу. Безделье это игрушка дьявола. Оу, Кана Фартовый. Здравый. Салам алейкум. Руку, руку, отпусти руку. Салам алейкум, пацаны, ё-моё. Кстати, братуха, ты видел, я же себе этот татуху наколол. Ё-моё, братан. На зоне не вывезешь за эту татуху, жесть. Тебя сразу отпустят там. А так повторюсь, безделье это игрушка дьявола. Че ты без настроения? Завтра же гостей зовем. Ты готова все? Что тебе мама сказала купить? Ну я купила продукты, да. А я не готов еще, блин. А что мама тебе сказала? Мама сказала купить 5 веников Адраспан по углам везде развешать. Потом дать турецкий жизнь глазой. Везде глаз повесить, потом дать люстры снять, говорит, пускай на лампочке, лампочка висит на проводе. Потом шелковые ковры убери, говорит, вообще спрячь их там на склад. Кожаные диваны вытащи на 7-й этаж, надо спрятать. Почему? Двери запечатай, там запечатай. Ванни, говорит, это, зеркала сними, там, о, не знаю, бумагу дорогу убери, все убери, говорит, мама. Посуду старую вытащите, ложки вместо железных, деревянные вытащи. Зачем? Ну, у нас же народ, люди икши, крестит, там, с глазу страшно у нас. Мы боимся с глаза вот этого всего. Столько-то ремонт надо разбирать ведь, что ли? Что делать теперь? Я завтра у соседа ключи попрошу, скажу, дай на один день хату, там просто у меня там чуть гости приехали, да, туда позову, пускай все там глазят там, а, ничего не жалко. Дома там, ничего, да, не будем трогать, да? Не трогаем дома, да. Достопочтенный, можно? Ассаламу алейкум, брат, ага, что там? Пойдешь, сфоткаешь меня? Да-да-да, сфоткаю, ага, да, телефон. Не, не здесь, пойдем, там надо. Куда? Пойдем. Куда, брат? Давай, заходи. Куда, брат? Сейчас. Ну что, там нормально мы сфоткались? Вот такие кадры сейчас. Сейчас, подожди, чуть-чуть осталось. Какой братан? Она и кого тю-тю-тю? Ты главное, не роди. Сейчас. Где сфоткай, давай? Сейчас, нет, в другом месте. Пойдем, еще выше. Где еще выше? Сейчас, там, нет, есть. Давай еще выше поднимемся, да? А, ё-моё. Давай, пойдем. Все, сейчас тут. Давай. Последний. Ё-моё. Все, дошли. Вот, на, сфоткай меня, чтобы весь город был видно, ладно? Давай. Вот, сфоткай, как тебе? Блин, кадр говно. А чё? Блин, из-за этого смока нифига не видно. Ё-моё, а что теперь делать, братан? Давай, ладно, еще выше поднимемся. Куда еще выше, ё-моё?